Сотрудниками отдела МВД России по Зубово-Полянскому району установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи. В ходе оперативных мероприятий полицейским поступила информация о причастности 26-летнего жителя поселка Умет к хищению денежных средств с банковской карты, принадлежащей местной жительнице. При проверке данный факт подтвердился. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где признался в совершении преступления. В ходе беседы с задержанным правоохранители выяснили, что 5 ноября 2019 года подозреваемый находился в гостях у знакомой. Во время общения хозяйка дома, доверяя гостю, попросила его дойти до ближайшего банкомата и снять с ее банковской карты 1500 рублей. Мужчина, воспользовавшись ситуацией, обналичил 9500 рублей. Требуемую сумму и кредитку он вернул владелице, а остальные денежные средства оставил себе для личного пользования. О том, что с ее счета похищена сумма 8000 рублей, сельчанка узнала от участкового уполномоченного ОМВД. Женщина в настоящее время написала заявление в полицию о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Полицейские обращают внимание жителей региона, для того, чтобы обеспечить сохранность своих денежных средств, гражданам необходимо соблюдать простые, но очень важные правила. Никогда и никому не сообщать пин-коды карты, не хранить его в непосредственной близости от пластиковой карты и не записывать на банковскую карту. Николай Ушмайкин, заместитель начальника отдела, начальник полиции отдела МВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району.